И снова всем здравствуйте. Сегодня у нас 27 августа. Конец августа. Шахтеров 26. Сейчас покажу, что это Шахтеров 26. Вот Шахтеров 26. Вот так порядок здесь навели. К дню Шахтера. Вот такой бардак развели. Работу не доделали. Траву до конца не докосили. И вот так по всему району. Администрация города. До каких пор этот бардак будет продолжаться? Посмотрите, какие заросли. Часть прокосила. Вот здесь парнишка дня три назад. И все. И больше ничего не стал делать. Это Новобайдаевка в Новокузнецке, проспект Шахтеров. Ни одной скамейки, ни одной урны. Следующий участочек. Смотрите. Вон там пацаны играют. Здесь какие-то кочки торчат. Там дальше вообще не кошено. Да у них и вокруг администрации такой же бардак. Им не привыкать. Я недавно там был. Там в гараже даже забора не видать. В ихнем. Все заросло. По самое там не хочу. Ой, а здесь-то как навели порядок, а? Это отдельный разговор, наверное. Смотрите, порадовали шахтеров своим безобразием. И все, на кусты столкали. Все, что обрезали, спрятали. Ё-моё! Посмотрите на это позорище. Лишь бы как бы. Как попало. Все как попало. Все через то, что мы умеем. Это называется безответственность руководителя. Безответственность главы города. Безответственность губернатора. Я ему несколько раз скидывал такие видео. Вот именно по шахтеров, по проспекту. Никто не реагирует вообще. А нет, вот они отреагировали. Вот так вот они вот здесь выхватили все, как попало. Вырвали. Эти кочки поставили. Мусор весь оставили. Еще, считают, работу свою выполнили. Неуд. Смотрите. И так по всей улице. По всему проспекту. Проспекту Шахтеров. Вот так, шахтеры, администрация вас уважает. Ваш труд. Это все же для вас делается. Для жителей города, вернее, ничего не делается. Неуд. Это другая сторона шахтеров. Это во дворы заходишь, шахтеров 26. Напротив шахтеров 30. Вот такой бардак. Администрация города обещали сначала. Сначала не обещали.
кто-то там придет, все здесь выкосит. Не выкосили. Лето кончилось. Бардак остался. Все это так, это все вот это вот все созревшие лопухи уйдут в зиму под снег. Вот эта грязь вся уйдет под снег. Вот эти вот тополя, вот так вот они попереломали их все как попало. Дерево еще терпит. Но скоро рухнуть должно. Ой, на машину как упадет, вот ништяк будет. Вот администрация потом подумает. Вот такой бардак. На Шахтеров 30. Напротив магазина «Ручеек». Продолжаем. Смотрите. Не хотят убирать ни по какому. Выкосили, ребята. Смотрите, они здесь скосили. Давно я здесь не был, дня 3, наверное. А кто убирать будет весь этот бардак? Ну где еще бригада с граблями? Ёкаламэна. Смотрите, какой тут они навели здесь порядок. В смысле беспорядок. Не умеют нас работать. Не умеют. Или не хотят. Предлагаю администрации района прийти на субботник и здесь все поднять. Вот это все дерьмо. Загадили район. Цветочки это люди сами насадили. Шахтеров 15. Почему бы здесь никакую зону отдыха для ребятишек не сделать? Лавочки поставить. Места же есть под лавочки? Вот они. Почему здесь нет ни лавочек, ни урн? Вот так вот убирают у нас. Вот, смотрите. Убрали, называется. Все побросали. Позорище. А это братьев Сизых 7. Как было не скошено, так и осталось не кошенным. Вот одну часть они убрали с горем пополам, и то не до конца. На углу вот этого красивого забора стоят заросли, тоже не убранные. Бардак. Администрация Орджоникидзевского района. Уберите бардак в районе.